В результате совместных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской республике и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской республике выявлены факты незаконной организации и проведения игорной деятельности на территории 4 районов Удмуртии. Всего было изъято более 200 единиц игрового оборудования и денежные средства в сумме 330 тысяч рублей. В настоящее время следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 171 прим. 2, статьей 228 и статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации.